Да. Будка небольшая. А зачем он там электричество? Кондиционер. А они будут гулять на панели? Птицы пели по утрам. Ну просто это что-то. Потом началось строительство, значит, срезали деревья. Значит, а когда на том берегу срезали деревья, там начали строить небоскребы, это вообще уже. Самое главное — зелень. Чтобы была зеленая зона, нормальная, чтобы она развивалась. Далее. В парке Горького был очень хороший шахматный клуб. Не маленький, 2-3 столика, а это открытая площадка под крышей. Приблизительно на 30-40 столов. Оно было постоянно наполнено, там были всегда дети, там были пенсионеры. Там это место закрыли, и сейчас вот у меня в нашей команде есть специалист, который говорит, что да, нужно здесь сделать, оно будет наполнено. Второй вопрос, вернее уже третий. Дом культуры, но дом культуры, значит, мы предполагаем вот здесь, где у нас место поставки, то есть рядом с 51-м домом. И дом культуры, вот если кто знает, как сделано в парке Зарядье, то есть эта направленность должна быть познавательная, в первую очередь. Причем на это отвести этаж, два, может быть, его весь отвести, чтобы увлечь детвору и новой техникой, и, значит, рассказами о природе. Все, что у нас, в общем-то, должно развивать ребенка и должно развивать именно в этом плане. По велодорожке. Значит, мы посмотрели, что велодорожка у нас идет по всей длине набережной, над тротуаром. Что предлагается? Ее немножко отделить от тротуара и сделать ее извилистой. Что этим может быть достигнуто? Мы отделим пешеходов, которые любят ходить по прямой и по над речкой. И отделим велосипедистов, которые будут ехать по достаточно извилистому маршруту, никто не будет пересекаться, все будут рады. Во-первых, это удлинит велодорожку, это всегда приятно. И второй момент, на такой большой площади можно ее здесь закольцевать. Зачем закольцевать? Для того, чтобы мы могли детвору выпустить на эту велодорожку и не бояться, что она куда-то далеко уйдет, попадет под машину или еще что-то. Следующий момент. Так. Не выполнен съезд для колясочников к речке. Ну, в общем-то, у меня есть сосед, колясочник, он по этому поводу переживает. В общем-то, это нужно сделать хотя бы в одном месте. На второй очередь, почему бы нет? Да, для маломобильных групп. Это не только инвалиды-колясочники, это мамы с колясками. Второй. Он же уже в первую очередь, он уже построен. Нет, он построен. Мы предлагаем между 31-25 сделать такой же спуск в воде, аналогичный, но может быть в половину метра. Коллеги, смотрите, значит, он... спуска в воде, простите, пожалуйста, да. Сразу вас перебью, отвечу, да, всем. Уже проект строительный на берегу укрепления, он готов, он прошел экспертизу, и у нас вот здесь спуски, вот вам должны быть. Ну, я понял, да. Ваши коллеги нам показали. Я могу ответить на ваше предложение. Вот от вот этого до вот этого у нас 600 км, от вот этого до вот этого 800 км. Это очень много. Но наше дело петушиное, как говорят про кукарек. То есть мы хотели бы вот здесь иметь спуск. Если можно сделать, давайте сделаем. Если нельзя, ну нельзя. Так, еще вот такой момент. Вот здесь у нас посажены достаточно старые сосны. И нам бы хотелось сохранить тот тротуар. Это два дома, 25 и 19. В том виде, в котором есть. Только для пешеходов. Не так, как это сделано вот здесь. То есть здесь сделано что-то вообще непонятно. Был тротуар, превратили то ли парковка, то ли еще что-то. Еще вот про парковки. Важный момент. Вот в этих местах паркуются жители. Хотелось бы, я могу оказать помощь.
учесть то количество машин, которое стоит сейчас, и количество парковочных мест умножить на 1,2, потому что здесь сюда будут однозначно приезжать из других районов, и будет столпотворение, парковаться здесь нет. И важный момент, вот от этого дома и вот от этого, вот эта дорога у нас основная, то есть проезжую часть здесь соответствующую, здесь ездить мусоровозы. И нужно сделать соответствующую проезжую часть, не так, как она сделана на первой очереди. Два презентабельных выхода нам хотелось бы иметь. Между 25 и 31 домом, между 9 и 11 домом. Там, там по генплану они были, там предусматривались бульвары, но когда у нас шла хаотичная застройка, это превратилось, ну, даже не знаю во что, в сарай. Да, верно. Но сейчас место там есть. Даже вот, учитывая то, что здесь вот замкнула аптека, возле аптеки можно полностью отходить на тротуар, здесь сделать небольшой бульвар со скамейками, да, который бы просто позволял жителям, которые находятся за Читинском, пройти по нормальной зоне к аллее. Абсолютно верно. Я сегодня тоже об этом сказала специалисту, которая приезжала к нам на юбилей. То же самое здесь. То есть там вопросы, вот мы обсуждали, там нужно придомовую территорию, переводить друг. Но по опыту, допустим, музыкального мероприятия все решается. Все решается, но да. Только за 4, я бы так скажу. Опять-таки, вот. Так куда мы торопимся? Так, коллеги, что я еще не озвучил, скажите мне, пожалуйста. Горки. А, значит, у нас вот этот мост нам не нужен. Ну, пешеходная эстакада, да, вот и теннисные столы, вот коллеги говорят, что они будут разрушены. Я не знаю, может какие-то антиандальные реакции. Вы хотели, чтобы зимой можно. Значит, еще такой момент важный. Редко зимой у нас бывает снег. И когда был снег, то детвора высыпала на Рождественскую набережную, там был большой склон и катались на санках. Сейчас это все убирают, там все горизонтально. Вот здесь, где у вас амфитеатр, сделайте небольшие склоны, которые бы без насаждений, которые бы позволяли спокойно кататься. Снега можно оставить на насаждение? Нет, так оно будет. Если снег будет, то... Сергей, ну что это? Нет, там трава была, снег засыпал траву, и не катались. А асфальт? Нет, ну если будет склон под газоном, почему не покататься? На ватрушках. У нас настолько узкая сковородка, что это вот единственное место, где можно что-то было сделать в этом плане. Что я еще забыл? Еще я добавлю. Можно? Да. Хотелось бы обеспечить доступность этого парка для инвалидов-колясочников. Потому что мы живем в новом городе, мы реально не можем туда попасть. Просто, не только на машине ребенка повезет, а так и все. Коляски с собой никто доехать не может. Кафе, ну, про кафе предыдущие товарищи сказали, чтобы там только мороженое, пирожное, минерал. В принципе, если так будет... Это не архитектурный вопрос. Чтобы не сигареты. Нет. Около 5 звезд же нет. Ну, вот, допустим, меня кафе напрягает только в каком плане? Что возле кафе, допустим, на фестивальном бабахают салюты и в 12 ночи, и в час ночи. Когда пришел после смены, лег за стол, а тут салют бабахает. Ну это не очень приятно. Вот только в этом плане. Если вот с житейской точки зрения выйти на набережную и посидеть в кафе с ребенком, это здорово. Детское кафе, значит, нужно. Да, то есть вот в этом плане нужно ограничивать. Все поместят, кафе это представляет. Нет, ну все не поместят. Ну что, Сергей? Что касается, ну то про туалеты сказал. Парк Бойкова же есть кафе, все нормально. Конечно, никто не умирает. Значит, еще маленький вопрос. У нас флот есть, по речке ходит. У нас на набережной уже такое количество посетителей, гуляющих,
что было бы здорово здесь у нас сделать базу для причал. Да, и от этого причала и обеспечить или предусмотреть место для швартовки маломерного флота, который у нас потихонечку развивается. Но вот это нужно предусмотреть, причем я даже не знаю как, потому что вот все дебаркадеры, которые были, они были порезаны, потому как у нас ликвидируется речное пароходство. Да, к сожалению, речное пароходство сейчас занимается продажей своих земель больше, чем речное пароходство. Ну все, вопросы? Коллеги, а что самое главное? Просто номер один. Озеленение. Птички и озеленение. Озеленение. Лет, спасибо большое.